Здравствуйте, это дизайн-студия настольных игр «Простые правила» и я, Владимир Максимов. Сегодня расскажу вам о нашей игре «Чудо-пони». «Чудо-пони» — это уникальная игра, она кооперативная. Это игра для детей, но в нее с удовольствием поиграют и взрослые. И для нее выбрали пословицу, которая звучит так. «Дерево держится корнями, а человек — друзьями». Потому что в этой игре для победы нужно дружить, как и в жизни. Давайте я расскажу об этой игре подробнее. Сначала мы в общем посмотрим на принципы. Здесь мы видим уже игровое поле почти в самом конце игры. Вы видите, что внутри есть поляна, на которой гуляют пони, есть стоги сена, а окружает все это забор. Так вот, игрокам следует собрать всех пони в загоне до того, как забор закроется. И если им удается заполнить все клеточки внутри забора, до этого момента, то игроки побеждают. А если им это не удается, то игроки проигрывают. Как же мы играем? Играем мы очень просто. У нас есть карты. Мы раздаем игрокам перед началом игры карты из общей колоды. И в свой ход первым делом игрок должен выложить все карты забора, которые у него есть. Очень простое правило. После этого он может пригласить на поляну либо пони, либо выложить карту сена, сейчас у меня ее нету, либо разыграть карту подковы. Обратите внимание, что у меня есть две пони с одним общим признаком. Очень важно, чтобы у пони были общие признаки для того, чтобы они вышли на поляну. Вот у них одинаковая шерстка. Мне не хватает одной. Когда не хватает ровно одной, я могу попросить помощи у своих друзей и сказать им: друзья, мне нужна пони с желтой шерсткой, кто-то может мне дать? Друзья смотрят свои карты, и кто-то из них может даже решить, что он готов отдать мне ее. Например, сейчас это так и произойдет. У меня появилось три пони, теперь я могу выложить их все, поместить на поляну. После этого мой ход завершается, я добираю карты до начального числа и передаю ход своему другу. Обратите внимание, что друг, который пожертвовал пони, сразу не добирает карту, а начинает свой ход с четырьмя картами вместо пяти. Он также выкладывает забор. У него их оказалось две карты. После этого он может выложить пони по признаку общего цвета попоны, но ему не хватает одной. Поэтому он может попросить также помощи. И уже я в свой ход могу отдать ему пони синей попоной. Это позволяет выложить ему всех пони, добрать 5 новых карт и передать ход мне. Мне повезло, я вытащил из колоды сразу трех пони с красной попоной. Выкладываю, добираю и передаю ход. Обратите внимание, что у игрока в данный момент не хватает пони. Он даже не может попросить помощи, потому что не хватает двух. Поэтому ему остается разыграть только карту сена или карту подковы. Карта сена – это карта, которая занимает одну клеточку внутри поляны. Сейчас это не очень интересно. Ему интересно было бы разыграть карту подковы. Подкова – это карта, которая позволяет оттянуть время строительства забора. Делается так. Кладем карту сразу на две и делаем хрясь. И делаем брешь в заборе. Убираем карты с игрового поля. Напоминаю, что обязательно надо сделать хрясь. Без этого карта не работает. После этого он добирает также карты до пяти и продолжается игра. Мы действуем так поочередно, пока мы либо не выложим всех пони внутрь загона, либо забор закроется раньше. Вот теперь вы знаете правила игры и можете начать. Удачи вам!